В Бухаджиралском районе прошло первое празднование Дня культуры. В рамках послания президента страны ряд казахстанских праздников пополнился еще одним красным днем календаря. Продолжит Мирамгуль Салкимбаева. 2012 год стал для сферы культуры знаковым. В соответствии с указом главы государства в календарь праздничных дат был введен новый профессиональный праздник – День работников культуры и искусства, который отмечается в последнее воскресенье сентября. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 40 тысяч людей, работающих в этой сфере. Знаменательным днем работников культуры поздравил аким Бухаджиралского района Шагурашид Мамалинов и наградил заслуженных деятелей культуры ценными подарками. Особые слова благодарности в этот день были старшему поколению деятелей культуры и искусства. Их достижениями и результатами работы гордится каждый до сих пор. Хочу поздравить такой замечательный праздник в день культработника и искусства всех творческих людей. Пожелать всем творческих успехов в работе, всем крепкого здоровья, удачи во всем. Одна из особенностей ежегодного Дня культуры, используя неординарные подходы, вносить новый взгляд на привычное, обнаруживать дополнительные возможности повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Эти подходы использовали и работники культуры Бухаджиралского района. Я от души поздравляю всех сотрудников культуры и искусства. Мне очень трогательно, когда я получила награду, премию Карагандинской области от акима. Конечно, это очень... Я восхищена тем, что действительно труд нашу оценили. Сегодня у нас радостное событие в Бухаджиралском районе. Премия районного акимата. И мы всех поздравляем наших работников, желаем их творческих успехов, чтобы они не остались на достигнутом, шли вперед и вперед. Всех-всех еще раз большим праздником. Всего самого хорошего. Именно представители творческого сообщества задают ценностные стандарты, формируют вкусы и идеалы подрастающего поколения, вносят значимый вклад в укрепление духовно-нравственного потенциала и социальную модернизацию страны. Мирамгуль Салкимбаева, Толеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. We'll be right back.